Я нашел планы Д6 и карту командного пункта, но Мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба моей станции. Танчище чуть не убил меня. Блин, спасибо Мельнику, а? Или кто это? А Ульман? Это Ульман, хитрая жопа изучая, а? Артём, у тебя получилось. Вот и Мельник. Я не сомневался. Я старался. Нашел что-нибудь? На тебе, план Д6. Давай к нам. Ну и куда мы двинем теперь? В храм. Артём, помнишь Хана? Это он нам помог тебя разыскать. Хотя я так и не понял, как он это сделал. А, конечно, я помню Хана, еще тот чудил, а? Но мужик такой нормальный, а? Может, музон врубим? Танцуем сегодня мы с тобой, танцуем. Блин, а? Конечно, прокатимся с музыкой. Смотрю, что за бумаги ты там нашел. Окей. Все здорово, на канале Ведьмак, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Метро. Я почти то 17-й серии игры под названием Аспарту. Всем приятного просмотра. Не да уж. Прикольненький такой, как сказать, штаб классненький суперовский. Давайте послушаем разговор. Что же люди говорят, интересно просто. Но по этим бункерам-то в первую очередь противник и целился. Они ведь как сначала? По гражданским целям старались не стрелять. Но, может, для оккупации берегли. Никто же не думал, что это самая последняя война, когда ну, уже очечки равно... есть прикольненькие. Ну, вот. Сидел я ну, правда, в них совершенно не видно. Видите, как получается, вот какой я, как я выгляжу, а? Как будто я слепой и вот такие вот такие делишки, а? Не знаю, может, в очках круче будет мне, может, нет, а? Может, без очков? Ну, просто скажите свои комментарии, напишите, а? Как, с очками мне лучше будет или без очков, а? Пока что, конечно, я без очков поснимаю, а? Потому что, чё, в следующей серии я вообще просто... Допустим, другую компьютерку проходить, а? Скажите, как лучше мне, а? Напишите в комментариях свое мнение. Не лучше в очках или без очков? Мне это очень важно. Пока я их уберу. Но у некоторых еще имидж, как сказать, себе подделаю, все такое, выбираю, как лучше там, как лучше выглядеть, как лучше съесть, допустим, что лучше одеть, допустим, или не одевать. Махали на все рукой. Подлодки еще долго на связь выходили. Они ведь могли в автономном плавании по полгода находиться. Еды и горючего хватает. Ой, ну и деньки были. Как вспомню, дрожь пробирает. Да уж, точно были деньки. Ничего, они еще вернутся. Опачи, заметка. Тут сразу бах начали заметка уже. Крутяк. Ну, в чате не буду ее, потому что мой опыт не очень показывает, что я исчез. Блин, скотина, я в храме не нашел заметку, а. Блин, а. Или может найду еще, а это походу вторая, а где первая? Блин, я первую пропустил. Опачи, можно купить оружие. Патрончик, тут радио, станция таскать у нас, а. Прикольненько, вообще, кстати говоря, реально прикольненько такое убежище, а? У сталкеров, прикольный тачил, посмотрите, какая классная тачка, да? Привет. Володя, очень приятно. Привет. Можешь выбрать что угодно, по вкусу. Вау. О, по вкусу, если все бесплатно, то давайте что-нибудь новенькое возьмем. Тут только новейшая техника. В метро такого не найдешь. Давай-давай, я вот эту пушечку апну. Тюнинг. Знал бы ты, как за это приходится платить. Кровью. Да, я не представляю, но чувствую, что это очень реально жестко будет, а. Так, это у нас рельса. Оружие, так, это у нас вельгопау. Ага, вельгопау. Ну, извини. Так, это у нас калаш 212.
Это у нас Рио. Рио, в принципе, ничего новенького. Так, получается... О, это иначе, что я хочу сделать. Не заменить, а тюнинг. Во, потюнить хочу его. Оптика. Оптический прицел. Глушитель уже стоит. Да, и... Так, получается, нет. Так, установить. Все, прицельчик установили. Глушак есть. Вот оптику. Оптика 2 или МПВ. Это специальный, в общем, специальный прицельчик, чтобы можно было, в общем, проще сказать, прицел сделан как при прямоугольном видении. Я в темноте очень хорошо в нем с ним видно. Это просто обычный оптический прицел, который сделали как-то и хорошо видно. Как с небес комментовки, проще сказать так, а? Вот думаю, оптику 2 поставить или ИК ПНВ. Ну, видите, даже ПНВ. Начнем при прямоугольном видении. Вот такие вот делишки. Даже не знаю, честно говоря, такой прикольный смотрится и такой, блин. Можно было бы это оружие использовать, попробовать. Я бы попробовал бы. Так, а тут у нас что? Опа! Прикольненько. Кстати говоря, и бесплатно. Если бесплатно, то почему не поставить? Да? Ну да, будет прикольненько. Глушитель. Да, думаю, нафига не глушитель, когда у меня и так есть у одного оружия глушитель уже. Так, прицел у нас, конечно, оптика. Естественно, оптика. Хотя, честно говоря, я... С одного оружия мне лучше, конечно, взять, наверное, ПНВшку, хотя, в принципе, и так спокойно справимся. Ладненько, спасибо тебе, мужик. Огромное спасибо. То, что мне дал оружие бесплатно апнуть. Прикольненько, тут классика оружия, тут прикольненько, калаш, да, но, увы, мне пока два вида оружия, блин, можно брать. Если, конечно, было, знаете, вот сейчас скажу, что, если бы не поставил бы на мой хардкор игрушку, блин, я бы мог бы три вида оружия взять. Я бы еще взял себе дробовик бы. Так, как тут собраться? А, во, ступеньки. Я бы еще, опа, вот противогаз заменить себе. Или ПНВшку. Я в себе бы еще, знаете, что сейчас? Подойду к нему. Я бы себе вот это оружие взял бы еще. Так, замена. Вот это бы взял бы. Абзац взял бы себе бы еще. Но, увы, блин, у меня, как сказать, два вида оружия вмещается. И мне нужно как дальнего видели, как и среднего. Поэтому это подходит только именно ближнего. Так, спасибо тебе, мужик. Так, куда мне еще надо идти? Блин. Здорово. Ха-ха, Ульман. Я тебя не узнал. Богатым будешь? Так, давайте все расходим, а. Прикольный, так сказать, штабик, а. Алле, в версии Redux намного чего прикольненького подобавляли, а. Я играл обычно метро. Таких штучек, ну, было, но не так. Тут прям вообще, блядь, дохренище, а. Опачи. А вот еще заметка. Здорово, хан. Ну, здравствуй, Артём. Вот мы и встретились. Как эти джентльмены здесь уютно устроились. Я слышал, Полис не спешит тебе на помощь. Что будешь делать? Молчишь. Превращаешься в охотника. Обдумай свой путь еще раз, Артём. Как знать, куда он тебя приведет? Каждый пожинает то, что посеял, Артём. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. Ну что ж, думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. Ну, блин, опять уходишь, а? Вот ты, блин, хан, а? Как обычно, что-нибудь скажешь умные вещи какую-нибудь, а? Такой тут храм, иконы, вообще классно. За Артёма реально помолиться. Ну, я за Артёма помолюсь, а? Почему бы и нет. Смотрели иконки, блин, много икон, поэтому... Благослови, аминь, Артёма. Давайте заметку еще одну возьмём. Опачи, вторую, и всё, вот теперь мы нашли все заметки. Прикольненько. Коника, все, удачи тебе, хан. Пойду к мельнику, подойду, полюбись к нему, да. Дальше уже серию продолжить. Напомню, серия называется «На Спарту». Не очень-то и полезные бумаги. Все намеки. Хотя вход в D6 тут обозначен. Значит, нам туда дорога. Ты готов? Готов. Ну, как тут у нас дела? Все готово, Ульман? Ровно колол.
Володя? Все снаряжение готово. А вы, ребята? Готовы? Тогда по коням. По коням. Сейчас веселуха начнется, я ступаю уверенно. Тихо, спасибо, Володя. Если пушку апнул бесплатно, вообще это реально халява. Еще раз удачи тебе. Ну что ж, думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. Ну, дай да бог, свидимся. Вот в следующей игрушке тогда буду походить на дорожку. И лучше надежды. Там надо будет уже пойти, блядь. Вообще будет еще 3 дня проходить. Там в 100 раз надо будет по стелсу играть. Там я уже 3 вида оружия возьму. И уже поставлю на уровне среднее. Потому что я хочу, чтобы у меня разнообразие оружия было больше, а? А не только 2. Ну чё, погнали? Чё я за рулем? Или нет? А, блин, мы пешком пойдем, а? Печаль, беда. А машина реально классненькая. Только с ковшом вписали, чтобы убивать козлов и снег пофигать, похищать. Дальше вам, пацаны. Дай бог, мы еще вернемся. Если не прощаюсь. Опачи. Давайте. Не, зажигалочку чуть поджечь, а нельзя? Ага, это я понял, а. Путь D6, база сталкеров. Да, опа, все, во. Что я хотел. Поджигать. Вообще, вот тогда я хотел. База сталкеров, понял. Прикольненькая база, ничего не скажешь. Да, уже тоннели такие стремноватые. Что, пацаны, погнали. Это подвал из старого храма. Давай, забирайся. А, типа я первый? Окей. Темный тоннель. Грохот колес. Запах смерти. Так начался наш путь в D6. Мы приближались к цели с каждой секундой. Да уж. Серия на спарту продолжается. Если верить карте, в D6 ведут несколько путей. И ближайший к нам через Киевскую. Попробуем пробраться этой дорогой. Киевская? Я про эту станцию нехорошие вещи слышал. За Киевской раньше была еще станция Парк Победы. Была война, и киевляне завалили туннель к парку. Ходят слухи, что люди с парка не погибли, но и людьми не перестали. И еще там видели какую-то хрень. Что-то вроде тумана. Ерунда полная. Разумеется. Кто в такое поверит? Володя в этих туннелях всю свою семью потерял. И не помнит, как это случилось. Ты совершенно хреновато, а? Эй, батюша, мамаша. Да уж, я в офиге, что это такое? Ого, где я? Патриотический сад? Или что это? Артём. Опять то местечко, куда я в предыдущей серии был. Иду, иду. Вау, красиво. Чтобы увидеть небо, увидеть солнце, чтобы дышать. Я верю вам, черное. Иди вперед. Иду, иду. Очнись, Артём. Очнись. Продолжайте. Не останавливайтесь. Артём! 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 Нифига себе, Артём еще вырубил, а? Охренеть. Очнись, Артём. Очнись. Слава богу. Он приходит в себя. Убери свет, ты его слепишь. Согласен. Артём, все в порядке? Да, да. Ты можешь встать на ноги? Могу. Что это было? Понятия не имею. Мы приближаемся. Вот и гермозатворы. Отлично. Тормози. Ну что, у меня попутно будет называться на спарту. И вторая D6. Серия 17. Боря, проверь ворота. Что уж очень коротенькая была серия 17 на спарту, поэтому, в принципе, она еще и закончилась. Володя, доставай инструмент. Если закончилось, то будет называться на спарту D6. И прикрывай нас с тыла. Ух ты! Тут вся вау, огнемет! Вот крутяк! Знаю, что не может у нас быть все так гладко. Ясень пень, а? Поглядывайте за тылом, ребята. Так, Володя, найди схему первого блока. Ульман, глянь сюда. Сначала мы должны соединить провода, а потом, по моему сигналу, врубить выключатель. Понял? Сейчас веселуха начнется. Здесь что-то есть.
сюда фонарь подзарядить. Что-то к нам приближается. Понял, понял тебя. Забей. Ага, забей, блин. Невозможно забить. Упыри. Ого. Огонь. Поближе надо отпустить. Как? Поближе, поближе. Потому что на дистанции нельзя стоять. Только на ближнее. Аномалия красивая, но очень опасная. Идите, я в шоке. Не хотел бы там оказаться. Полностью с вами согласен. Да, сука, я упыри повалила. Вышли не один, но тем не менее. И поджигал их. Я думаю, а где заставить или что? Поднимет прикольная вещь. Думаю, дальше пригодится. Поэтому я, черт с ним, заменю пистолет. Ладно, собрались. За оружие не больше нравится. И вот одни найти, нежели пистолет. Это еще что? Черт. Темно, как у негра дома. Как у негра в заднице. Ладно. Давай посмотрим, что там. Подождите, ребята. Я повазил. Еще заметка. А, да, это же, грубо говоря, другая серия. Но я объединил, что будет 17-я серия. Ну да, тоннель на Киевскую. Может даже так, в принципе, тоннель на Киевскую. Ну, думаю, D6, да? Называться будет. Нормально. Ладно, так. 17-я серия еще продолжается. Так, это что у нас? Тут у нас ничего такого больше, в принципе, нет. Вау. Честно говоря, аномалия чуть нас не убила. Я думал, писец придет, а. Всем вам спасибо за поддержку меня и моего канала. Огромное вам спасибо. Всем приятного просмотра, мои любимые подписчики. Новые, старые, будущие. Вообще, всем вам огромное спасибо. Правда. Вы очень помогаете развитию моего канала. Офигеть, а. Тут патрончик и всего остального. Пушка, кстати, такая классная. Мне нравится. Погнали, пацаны. Весь хаос тоннелей не мог проникнуть за этот могучий гермозатвор. Ворота казались незыблемыми, как те люди, которые шли со мной. Так, мы прорвались. Но это полдела. Впереди самое серьезное. Ульман, ты командуешь штурмовой бригадой. Борис, Степан, вы прикрываете этого шута. Артем, Володя, вы со мной. За дело. А куда нам так торопиться, товарищ полковник? Может, это самое, перекурчик объявим? Такая нервная работа. Тульбана, угарный тип. В аду перекуров не бывает. Вперед, войны мои. Я сделаю так, как сделал один ютубер, а. Это будет 17-я серия, но я, получается, сделаю три названия. На Спарту, D6 и вот как она сейчас называется серия. Ну, блин, я пропустил момент, а. И вот, будет, получается, в общем, одна серия, но три, как сказать, промежуточные миссии. Вот. Тут кто-то совсем новый скелет обронил. Может, возьмем с собой? Ну, на брелки. Хватит балагурить. Вернемся домой. Будет зубной щеткой сортила чистить. Блин, а. Вот Ульман, а. Классный мужик, ничего сказать, веселичак, а. Веселый мужик, нормально, а. Наша компания должна быть веселые люди, а. Они постоянно грустные, так сказать. Опачи. Да, бензин мне точно нужен был. Согласен, его не бесконечности у меня. Опа. Вау.
Вот теперь нормально я пополнил боезапас, так сказать, крутяк. Перегами начинается огнемет. Прикольно. Итак, полчаса посмотрим, а. Ага, путик D6. Опачи. Опа. Так, пока пойду, а. Со свечой, так сказать, зажигалкой. Или вот даже так. Да, эта пушка мне нравится, она прикольная. А вот и первое задание. Артём, ну-ка, пощелкай выключателями. Окей, окей, давай. Не, нифига, не порычит. Ух ты, какая любопытная штуковина. Жаль, сломанная. Есть такое. Опа, что у нас? Такое. Противогаз не нужен, а ну-ка, что у нас? Может, кто-то здесь рубильник можно найти, а? Опачи. Крутяк, ну-ка. Вау! Артём, с тобой всё в порядке? Да всё нормально, нормально, я просто ключ от сейфа нашёл. Надо будет сейф найти. Сейчас я всё сделаю, пацаны. Может, да будет свет? По крайней мере, я надеюсь на это. Так, теперь надо будет найти сейф. Нет, прикольно, как получится серия у меня 17-я, разнообразная такая, а. Или разных прикольненьких таких миссий крутеньких, вот я, так, понаходил. Но после реля очень короткая была на Спарту, поэтому ну, тупо делать всю коротенькую. Поэтому, в общем, это 17-я серия, сейчас повторяю, но будет помешать так в некоторых миссиях. Допустим, на Спарту, D6 и еще и вот эта вот серия. Получается, в общем, одна 17-я серия, одна миссия. Вот, ну, большая просто, разделенная по этапам. Во. И фонарь сдох. Супер залежу и пойду к своим, так сказать. Давайте, ребята, поверим. Тебе надо будет еще сейф найти. Вот только где? А тут надо будет полазить сначала, перед тем как уходить. Очень мне хочется найти сейф, а. А тут в предыдущей серии я, блин, просрал момент с сейфом. Опа. Ну-ка, что здесь послушать можно? Такая музычка пойдет. О, сейчас это началось. Маленько потанцевали немножко. Быстро побавались. Пойдем дальше. Ну, ребята ждать не будут. А вот он сейф, а. Фига, да, где он был? Ой-ой-ой-ой! Твою же медь, а. Сейф не завешал, Артемыча, как бы не хотелось. Опа, видите, видели, где сейф был, да? Охренеть, куда надо было идти, а вот мишка прикольненький. Чтобы сейф найти, я даже в жизнь бы не заметил бы его. И просрал бы, если еще не пошел бы, а? Представляете, потянуло меня, туда иди, там сейф. Честно, прикольненько, а? Блин, серия вообще просто божественная получается, как в принципе и все предыдущие. Давайте, ребят, сейчас поверим. Еее! Еее! Отлично. Ты точно заслужил медаль. Ульман, проверь. Не, я не пойду. Там А темно и Б страшно. Маленький ляпы. Вот дерьмо. Эй, поаккуратней с выражениями, солдат. Это не выражение. Это сама субстанция. И я в нее вляпался. Вот она. Ну да, дерьмо. Счастье. От Ульмана. Нет, это дурная примета. Если тут есть помет, значит его кто-то метнул. Нет, да? Ах, нет. Все спокойно. Что ж, лучшая оборона — это нападение. Владимир, Артём, не суйтесь в пекло! За мной! Понял, не будем. Типа, Владимир, А! Товарищ стой. Полковник! А. Не могу Артём сражаться молодец. В такой рабочей обстановке! Он тут воняет так, что уже нюх отбило! Офигеть, поподжигал, да? Это от твоих шуток! Ой-ой-ой, блин! Давай быстрее, кто бы там ни был. Владимир, давай быстрее, пожалуйста. Быстренько аптечку. Давай, давай же!
это самогона за каждого упыря! Если доберемся до самогона... Так, надо подзарядить. Подожди. Всех преисподней. Еще один штук. Открой, не уже уметь, а? Нет, не зря я взял на самом деле. Прикольная вещь, правда? Бесконечная. Но тем не менее, классно. Я... Тихо, а? Вы чё, охренели, что ли? Вы смотри, а? Слушайте, ну подожди, так надо жёстко-то, а? Хорошо, выбили меня. У меня такой степень-то, а? Причём, вполне, в прямом смысле слова, жгём. Блин, а? О, прикольно, а? Классно, подзарядить. Ё-моё. Что это было? Что-то мне не нравится это совершенно, а? Тут пусто. Вперёд! Дважды не умирать! Окей. Умрем трижды. За родину! За смерть от старости! Вот тут я с тобой согласен, а? Ульман, за смерть от старости, а не от моего души. Так ладно, опять фонарь сдох. Давайте просто видеть, пацаны, вот вы лично убегаете, а? Ребята, вы лично убегаете. Вау-вау-вау-вау. Гори ясно, сучка. Славя. Ребята, вас так много, а? Блин. Так умирать я не планировал, да? Единственный раз, это трижды. Какие-то аптечки быстро кончаются, а? Так поймем дело, а? Слава, пока противогазы не нужны. Да, конечно, чисто, блин, а? Уже три аптечки используешь, блин. Блин. Подождите, блин, вечно убегают, да? Вот, все. Опять, сколько мы упырей пофигачили, да? Как их поджигал, вот это круто, да? Не. Прикольненький огнемет. Реально класс. Что мне здесь не нравится, чтобы побыстрее сваливать, а? Блин, реально быстрее. Погнали, пацаны. Не знаю, как закончится серия, но как закончится, я еще свистну, а? Пока, давайте. Опять. Есть! Сучка, блин, а? Подержать. Блин, помочь не могу ничем, блин. Блин, сука, жалко, а? Блин, нельзя. Ну за что это реально, а? Боря! Борис! Что это? За что? Что ж ты? Жалко Бориса. Степан, оставь его. Поздно. Нам пора. Ублюдки косорылые. Боря, памятью твоей клянусь. Не успокоюсь, пока их не изведу. Проклятые твари. Так, впереди насосная станция и резервуар для стучных вод. Надо вскрывать дверь. Даже в игре. Дайте мне спасибо тебе, а. Он спас меня и погиб. Сука, еще людей реально погибнет, чтобы Артём выполнил свою миссию, а. Не представляю, я понимаю Артём, как ему сейчас хреново, а. Куда же он играет персонажем, я примерно понимаю его. Он себя чувствует, а. Люди спасают, ради него умирают. Это, знаете, очень жестоко, я реально. Я вроде бы не виноват в их смерти, но и все же, я чувствую свою вину. Слишком рано радовался тому, как бескровно мы преодолели весь этот отрезок пути. Накликал беду. И не смог спасти. Готово. Открыто. Да уж, сейчас меня, конечно... Надеть противогазы. Никудышный. Хочу еще. И подзарядить. Сейчас поменяю эту молодую, баллона не хватает. Вот. Блин, противогаз надо надеть. Все. Офигеть, нифига себе, сука, тут дерьмо по радиосту. Ульман, проверь. Чуть что сразу, Ульман, несправедливо. Радиоактивного появилось. Тут все, включено нормально. Блин, кто еще умрет, реально, а? До тех, мы до 6 доберемся, да? Кто еще погибнет? Ну, просто реально жалко людей. Тут же они игровые персонажи, но тем не менее. Реально жалко. Так, давайте быстренько, опа. Повазим, поищем.
Сука, тут патрон дофига, да, дробовика. Охренеть, да? У меня, увы, дробовика нету, а. Это, конечно, печаль, беда. Все, пацаны. Все чисто, заходим. Опа, еще взял. Крупяк. Погнали. Не знаю, что нас ждет впереди, но чувствую, ничего хорошего точно не ждет. Я пойду гляну, что это. Аккуратнее, мужики, аккуратнее. Если Ульман умрет, это пипец будет, а. Я тоже гляну. Эй, Ульман, ты куда пошел? Да, тут везде радиоактивная вода, блин, а. Пить совершенно нельзя ее. Надо быть на чеку. Ну и что теперь? Там внизу есть проход. Нам туда. Другого выбора нет. Двинули по-тихому. Слышали? Южно, лево, а. Чёртовы блядь, да пошли вы нахуй. Осторожнее. Зарядку, а? Завершаю. Подарочки закончились какого-то фига. Зараза, один раз умер, а? Ну и что теперь? Там внизу есть проход. Нам туда. Другого выбора нет. Двинули по-тихому. Слышали? Да, конечно, слышали, а. Все, готов. Осторожней. Готов, суки. Говорит, не ясно, будет я. Хочешь, ты отравил, я. Блин, а кем это побыстрее подался, а? Опа! Ага. Куда я это не получил? Не знаю, такое. Называется, не запереди. Опа, южная. Это за мной охота будет очень, а? Никто не может делать, а? Никто ему не может. О, бога, мы здесь всех убили, а. У нас тут, кстати, подарочек, а. Да вот прям попали, а. Эй, вы что, серьезно, нет? Давай, я прям туда, в описание. Сука. Я не ясный, сука, а. Сдохнет! Капец, а! Достали уже, но я пока вам не буду, ребят, вчера. Нам нужно убираться. Спасибо, ребята, вам, а. Сука, все патроны закончились, а. Как еще не обзываться, да? Когда весь, эй, все патронов нету, а? Я вообще без патронов, бля. Поменяй фильтр, а. Теперь, блин, все патроны. Поставил. D6. Вот она. Эта дверь ведет в D6. Мы на месте? Похоже на... Походу, да. Так, что у нас тут? Сожри меня, упырь. Она закрыта. Что-то я не удивлен. Я тоже. А тут у нас что? Бронированная дверь. Ладно. Давай посмотрим, что там. Так точно. Патрон нету, а. Артём, осмотри комнату. Живо. Окей. Давайте мне удачи, пацаны. Да, в серии получается прикольненько, интересно. Иметь, и в то же время опасное. Очень-очень опасное. Артём, с тобой все в порядке? Да, да.
Отлично. Мы попробуем до тебя добраться. А ты тоже поищи выход. Удачи! И вам удачи, быть тут не точно нужно огнемета. Хотя нет, я знаю, они не любят свет, я вспомнил, а. Они вздыхают от света, а. Поэтому нельзя фонарь вырубать. Любимые мои пауки. Я так пойду, а. Тут что-то у нас? Вау. Огнемет мне еще пригодится, а. Я, в принципе, пока без него справлюсь. Сейчас подзаряжу его, а. Он быстро очень разрядился, все-таки огнемет. Я даже не помню, когда я успел уже его разрядить. Ну, значит, очень быстро разрядился. Во, все, ребята. Опа, че? Прикольная пушка, но у меня лучше. Не, калаш прикольненький, так сказать. Но у меня просто лучше прокачанная. Ох, сколько же у вас тут я. Тут нифига не включишь ничего. Да уж, все еще паучки, блин, а. Опа, че, что это? А, показалось. Надо опять произойдить фонарь. Ух, на всякий пожарный. Да уж. Нельзя мне дали везде огнемет, патрончики, огневые патрончики. Ой, огневые гранаты, а. Намек на то, что суки тут боятся, сука, сдохнет, а. Я знаю, что вздыхает от света, а. Я знаю, упырь. А где моё? Четверо было. Я показал два, их было четверо, охренеть, а. С тобой все в порядке? Блин, отлично. А. Мы попробуем до тебя добраться. А ты тоже поищи выход. Удачи! Удачи, удачи. И вам удачи, пацаны, забыл сказать. Сука, пауки, а. Радуюсь, что своих свет яркий убивает. Маленько, все, дубль 2, сцена 2. Дима Лошок уже умер второй раз. Блин, а. Какая же прикольная серия. Ну, блин, тут реально прикольненько, а. Так, подожди, я хочу не так. Вот. Хотя вот так вот. Тут, в принципе, мы все осмотрели. Везде повазили. Все, что можно было найти, мы нашли. Все. Погнали, подождите, кое-что сделаю. Вот, все. Офигеть, а. Как же тут очень-очень круто, в то же время очень-очень стрёмно. Что скажете, реально интересно, как мне лучше? С очками или без очков? Сука, а. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот. Давай, давай, иди сюда, иди сюда. Давай, давай, давай. Одним уже меньше, а, упырел. Давай, иди сюда, я тебя жду, а. Какой же он большой, да? То есть какие они большие, а. Да давай, иди сюда, скорее уже. Только еще фонарь подрежу. Еще лучше, ярче сделать, а. Это фиолет убивает его, а. Их, так сказать. Застанешь меня. Ты либо вылазишь, либо нет, а? Я хочу с тобой сисюкаться. Вылазь уже. Сука. Блин, ты же долго вздыхаешь, а? Ты по идее должно быть делать, а? Вот. А если я бы вздыхаю быстро, а? Что за хрень? Давай, вздыхай уже. Сейчас вылезет, а? Сука, один это не хватило, а? Может так сделать? Так, подождите. Давай, давай. Давай. Задолбал ты уже, а? Ну. Наконец-таки, блин, а. Что если бы столько раз его долбануть на жаре, блядь, этим огнеметом, чтобы он, сука, сдох.
Еще один, да вы еще один, а? За яйца пойду уже. Тут дальше опаснее идти. Ладно, надо идти дальше в любом случае. Где время тянуть? Люди на меня рассчитывают. Гори, сука, гори, а. Гори, тварь, а. До конца гори, я тебя пущу, а. Вот так вот, сучка. Логово, блин, а. Опа, ключи, я ключи видел, а, от сейфа. В каком месте находится еще? Давай, давай, сука, где ты, а? Блин, вот, блин, прикольненькая серия на самом деле получилась, а. Реально классно, а. Блин, божественно, а. Есть. А вот и сейф. Круто, реально серия прикольненько получилась. Пауков погасил, упырей погасил, а. Вот веселуха, а. Описание будет прикольное составить. Так, получается, надо тут вот так вот сделать. Что, взорвать. Не, не получается, да? Ладно, как печаль, беда. А, подай, перезаряжу. То он очень быстро вздыхает. Нажму зыгу. И пойду открою сейф. Нет, не тут. Вот тут. А где сейф? А вот он сейф. Всем-всем откройся, как говорится. Слава богам, патрончики, а. У них очень мало. На одинюте вообще их, считай, зараза и нету. Тут я был, по-моему, да? Да-да-да, все. Только тут пауков. Не, я против пауков еще не имею, а. Ну, против пауков я имею все. Ага, стрелочка, типа, иди сюда. Ну, в принципе, я так понял, куда мне идти. Ё-моё. Блин, осталось идти к моим, а. Ух, ёшкин, да, ёшкин, да. Тут явно не один паук, а. Не, до конца довалить его, а. Нельзя вот так, взял, беги, беги, беги за ним, беги, так вот, нельзя спускать, а. Взял прицел, как говорится, и убиваю, ублюдка, а. Давай, сука. Давай, давай, иди сюда, папочка тебя ждет, а. Ублюдок тебе. Давай, сука, не убегай. Мудила тебя. Давай, падай, 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 давай. Давай, давай. Гори, гори, ясно, ублюдок, убегает, тварь, а. Опа, охотник на пауков. Опа, еще достижение получил, уже получил. Давай достижение, а. На, поджигатель. И охотник на пауков. Круто. Сейчас быстренько поменяю. Два достижения получил. Вот это прикольно, реально. Сейчас быстренько. Погодьте. Все, погнали. Так, куда мы идем? Тут, в принципе, я еще не был. Ну да, тут я не был. Не, а может, а что здесь будет вообще? В принципе, тут, наверное, ничего такого. А может и будет. Сейчас. Не, а нет, все-таки есть, да. Вау, приколика. Такое тайненькое местечко, а. Офигеть, а. Не. Божественная игра. Так, где я был? Получится мне надо сюда идти. По идее. Может даже сюда. Наверное, даже сюда, наверное. Скорее всего, думаю. Скорее всего, да. Да-да-да, сохранилочка тут. Здесь сюда, 100%. Офигеть, а. Тут шахта подземная. Я офигею, а. Чего здесь только в игре нету, а. Ага. А больше типа нельзя. Да уж, блин. Хотя газ еще бы печаль беда, надо будет новый найти. Так, тут у нас только патрончики или что еще будет? Тут только на пистолет патроны были. А, аптечка что, не нужны, что ли? Я использую. О, все. Так, тут что-то внизу есть, заметка, по-моему. Он вот так вот. Опа, опа. Ну да, заметка. Получится. А, еще заметка, пещера.
Да, блин, пещера, храм на Киевскую. Круть. Блин, реально, круть. Да, слышал байки. Да я вот тут услышал много чего. И, честно говоря, мне совершенно это не радует. А вот это выход. Скорее всего, это, я думаю, так и есть. Да-да-да-да. Так и есть. Может даже серьезно завершится, а? Посмотрим. Ну-ка. Вау! Ого! Не зря я закрыл дверь. А где, правда, она? А вот она. Кто-то сливается, а? Сколько ж тут пауков, а? А это D6, так сказать. Артём! Панель. Сюда! Слава богу. Живой все-таки. Степана убили. Сука, еще Степана убили. Дьявол! Тише, тише. Твою мать, еще и Степана убили. Там какой-то звук в тоннеле. Слышите? Что-то на нас идет оттуда. Ничего хорошего, пацаны. Совершенно. Аж двоих потеряли, а? Ты понимаешь, что на войне что за... потери, но это перебор уже. Ого! Поезд? Серьезно, даже как электричка? Охренеть. Так, так, так. Сама приехала. Это еще что? Похоже на автоматизированную систему. Вау. Я пойду гляну, что это. Удачи тебе, а я сниму противогаз. Охренеть, да? Вагончик. Сам приехал. Сказать, сама электричка приехала. Ничего не скажешь, круть. Дрянное у меня чувство по поводу всего этого. Если бы муж согласен. У меня тоже дрянное. Сказать, плохое. Все чисто. Другого пути тут нет, так что вперед. Вперед. Да уж, нифига себе. Ну и блин, конечно, тут и замутили, а. Офигеть, как на дворе 1033 год, поэтому чему удивляться. Да уж, правда, этому вагончику уже очень много лет. Следующая остановка, командный... Ой! Какого? Что это? Неужели мы нашли вход в легендарный бункер? Я никак не мог в это поверить. Но сколько человек отдали своей жизни, чтобы мы получили доступ к последним ракетам? Стоило ли это их жизни? Ты не прав, назывался не D6. Следующая серия, 18, будет называться D6. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки, увидимся в новой серии. Не болейте! Всем огромное вам спасибо за поддержку меня еще раз и моего канала. Увидимся в новой серии. В новой серии. В новой серии. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.